Ну что, ты опять все пропустил. В последние дни февраля прошла, наверное, главная выставка, посвященная виниловому безумию – Винил Джем. Традиционно она проходит в старейшем московском салоне «Нота Плюс», где в течение двух дней посреди кучи разных пластинок густо располагаются виниловые проигрыватели всех сортов. Несмотря на то, что выставка небольшая, здесь немало по-настоящему больших брендов, и все они соревновались между собой в том, насколько круто они могут извлекать звук из пресвятого винила. Вот так и хотелось загнать туда всех хейтеров нашей пресвятой пластмассы и не выпускать, пока сами не услышат. Ну да ладно, я не об этом. В общем, участники не стеснялись строить самые безумные сетапы. Здесь можно было погладить усилитель размером с небольшой холодильник, колонки стоимостью с квартиру и вертушку Борзенкова, которая встречала посетителей практически на самом входе. Формат выставки довольно тесный, и это, как ни странно, делает ее только лучше, потому что только здесь вы практически в домашней атмосфере можете все посмотреть и послушать, заедая горечь предстоящих трат на всю эту красоту бесплатными блинами с джемом. Если серьезно, то выставка очень кайфовая и душевная. Она оставила очень приятное впечатление. И виной тому не столько хорошая аппаратура, сколько хорошие интересные люди, увлеченные винилом, вдруг собравшиеся в одном приятном месте. Подробности о выставке читайте завтра, 4 марта, в блоге I Am Here.